Итак, вскрытие камеры CGCAM M10+. Один большой, другой маленький. Красава, да? Угу. Камера не вскрывалась ни разу. Wi-Fi вот приклеим, скорее всего, лопуху тут, да? Вот он. Угу. Разъемчик. Так, далее, куда нам нужно ее вделать? Сюда, да? Так, антенну убираем вот с такого местоположения. Вот так она была прикреплена изначально. Убираем ее вот в эту сторону. Вот у нас точка крепления массы. Массу крепим сюда. Проводок слегка обрезаем и заводим вот между двумя деталями. Тот же самый контакт. То есть смещаем примерно на 5 мм назад. И разъем у нас сюда ложится, не задевая крепление пайки антенны. И нам это нужно для того, чтобы разместить разъем. Ну, джека. Просто чуть ниже, да, чтобы мы его не наверх поднимали, чтобы вот здесь вот отверстие получилось не в край. Не, да, не в самом краю, а чуть-чуть пониже. И за это отверстие как раз-таки держаться будет лучше. Отлично. Вот, антенну перенесли. Точку крепления массы перепаяли вот к этой плате квадратной. Вот, а центральную жилу припаяли вот к этой детальке. Вот. Самое главное, после того, как мы это припаяли, прозвонить. Не замкнули мы это дело. Вообще-то оно здесь все равно замкнуто, мы не определим. Ну, под микроскопом, в принципе, это все видно. Желательно это все под ним как раз-таки и делать. И не убить Wi-Fi. Верхнюю плату сняли, проделали отверстие вот такого плана, заранее рассчитав, где должно быть. Немножечко убрали слой с разъема, то есть сделали отверстие немножко поменьше. Меньше 6 миллиметров, да. Получилось. И подогнали, что у нас плотничком, чтобы плотничком входит. Плюс все это наклей еще сядет на силикон и будет держаться. Все, дальше начинаем распаивать. Так, сейчас мы припаиваем держатель для микрофона. Угу. Сейчас сделаем. На этой ножке он будет держаться. Ну, и выглядеть будет примерно так. То есть микрофон поставим, одной ножкой припаяется, а другая ножка у нас идет в разрыв через разъем, который мы впаиваем. Джек, соответственно. Ну да, разъем под джек. Под 3,5. Так, процесс идет. Паиваем микрофон, да? Да. Только сейчас секунду, флюс нужен. Итак, тест петлички Даги за 60 рублей. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка уровня громкости микрофона через новый разъем, выведенный наружу. Покажи разъемчик. Вон там так хорошо все выглядит. Пробуем. Но это другое дело совершенно. Это совершенно другое дело, Александр. Вот так мы компанию CGCAM научим делать качественный звук. Еще раз. На несколько порядков лучше. Да, в десятки, Саня, в десятки. Запись пошла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
Тест микрофона петлички на новый разъем. Так, теперь я говорю, микрофон от меня отвернут. Посмотрим, как будет слышно. Конец записи. Запись пошла? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тест микрофона петлички на новый разъем. Так, теперь я говорю, микрофон от меня отвернут. Посмотрим, как будет слышно. Конец записи. Еще одна проверка. Решили поменять встроенный микрофон. Вот оригинальный, который там был маленький, чуть больше спичечной головки. Мы туда поставили микрофон с какого-то древнего фотоаппарата, либо с Canon, либо с Nikon. Раза в три, наверное, он побольше. Также электретный. Плюс-минус не перепутали. Вот испытываем. Запись прошла. Еще одна проверка. Решили поменять встроенный микрофон. Вот оригинальный, который там был маленький, чуть больше спичечной головки. Мы туда поставили микрофон с какого-то древнего фотоаппарата, либо с Canon, либо с Nikon. Раза в три, наверное, он побольше. Также электретный. Плюс-минус не перепутали. Вот испытываем. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка уровня громкости микрофона через новый разъем, выведенный наружу. Вот донор. Донор. Вот здесь располагался микрофон, вот под него. Угу. Такая большая чуча какая-то была, старая, древняя. Послужила донором. Так, ну и слушаем, что в итоге получилось. Так, запись пошла. Говори. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять. Так, ну это петличка. Дальше. Вынимаем петличку. Теперь работает микрофон, который встроен в камеру. Говори. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять. Конец стенки. Так, я считаю, нам нужно переписать на ноутбук и показать на ноутбуке, как это проходит. Сравнить две записи. Определенно. Так, а лучше всего мы сейчас разберем камеру, все зафиксируем, все микрофоны, все разъемы, соберем ее окончательно и проведем окончательное испытание. А потом сравним с тем, что было у нас снято в самый первый раз. Согласен? Да. Итак, итог нашей работы. Смотрим. Так, запись пошла. Говори. Тормози. 1, 2, 3, 4, 5. Так, ну это петличка. Дальше. Вынимаем петличку. Я специально шепотом говорил. Теперь работает микрофон. Разницы нет, Саня. Нет. Разницы нет, что петличка пишет, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я перешел на шепот. 1, 2, 3, 4, 5. Конец системки. Офигеть. Подводим итоги всего проделанного. В общем, мы вывели разъем под петличку, и мы заменили встроенный, как оказалось, сильно говенный микрофон на микрофон из данной камеры. Сделали еще одну маленькую дырочку, но хотя я думаю, что ее можно было не делать, результат был бы тот же самый. И в итоге, что петличка, что теперь встроенный микрофон по уровню громкости у нас сравнялись практически. Практически, да. У петлички просто направленность осталась, а по чувствительности микрофоны стали одинаковые. Так что, думаю, мы добились того, что хотели. Даже более того, определенно. Ну что, сабвуфер будем монтировать? Да, обязательно. Наклей, Саш, наклей сажать будем. На силикон, я как-то. На силикон сейчас прилепим, да, и нормально. Все, супер. Селфи-палка выдержит, я думаю. Выдержит. Неодимовый магнит, динамик легкий. Так. Так, что теперь это? Как? Ну что, монтируем сабвуфер теперь, да, в CG-кам. Все, делаем сабвуфер, колоночки рядом будет, еще да. Тележка с аккумуляторами. Отлично. Всем привет, всем пока. Данный ролик снят для канала Михаила Голд. Спасибо, Саша. Пока.